Вы смотрите Север Шоу, и у меня в гостях певица Мэри Гу. На самом деле, я, опять же, не считаю, сколько у меня татуировок. Много татуировок, они у меня везде буквально. И каждая из них имеет какое-то определенное значение. Потому что для меня важно, на самом деле, я не набиваю бездумно какие-то рисунки. Вот, например, цифра 17 – это дата моего рождения, 17 августа я родилась. 17 числа в 17:00. Mm-hmm. Ну и плюс это мое счастливое число, скажем так. У меня есть вот еще ракета на руке. Этой ракетой я перебивала звездочку. У меня здесь была раньше звездочка. И я набивала ее вместе со своим бывшим там, молодым человеком. Mm-hmm. И дабы показать, что на этом жизнь не заканчивается, а я, в общем-то, лечу вверх, я набила ракету. Будут еще космонавты, да? Да, будут еще космонавты. Ну и все, тут, в общем-то, да. Тут вот маяк есть. Собственно, маяк, понятно, почему. Маяк как символ того, что всегда есть что-то, что излучает свет. Вот. И многие другие. Есть. Просто если я начну рассказывать про каждую, мы сегодня не уйдем до завтра. Очень интересно, очень классно. И у тебя, говорят, еще в районе живота что-то там есть такое. Да, есть бабочка. Вот здесь у меня есть бабочка с лампой. Покажу вам. Ничего бабочка себе. С лампой, да. Ну, в общем-то, круто. Это тоже, это означает свет, который горит внутри меня. Я такая девчонка. Но ты на этом, я так понимаю, что не будешь останавливаться. На этом? Да. Нет. Нет. Это невозможно, к сожалению, уже. Без секунды промедления. Я отрезал прическа, отстой, последний вагон уедет пустой. Сегодня она не вернется домой.